Региональный закон о выборах планируют освежить. Это связано с целым рядом нормативно-правовых нововведений, которые появились на федеральном уровне. Дело в том, что в сентябре выборы в областной парламент совместят с избранием депутатов Госдумы. Поэтому проект Самарского закона максимально приближен к федеральным нормам. Его обсудят уже завтра на внеочередном пленарном заседании Самарской губернской думы. Необходимо, на наш взгляд, было унифицировать, синхронизировать избирательные действия, сроки, которые будут проходить по выборам депутатов Государственной Думы с выборами депутатов Самарской губернской думы. Это будет удобно и избирателям, и правоприменителям, я имею в виду избирательные комиссии, и кандидатам избирательным объединениям. 12 лет тому назад закон был принят. За 12 лет он претерпел 44 изменения разного рода, больших и малых. Сегодня мы в совокупности посмотрели, облсберком проанализировал ситуацию и внес нам законопроект. И все партии пришли к выводу, что возникла, в общем-то, необходимость выборное законодательство Самарскую губернскую думу освежить.